Я в Лондоне. Здесь второй человек, который из Риги, но тоже в Лондоне. И это никак не связано, что мы встретились просто. Никак вообще. Мы просто... Я зашла в рамен, который он мне рекомендовал 5 минут назад, идя со мной. И... Так получилось. Вот, на самом деле, да, я сейчас нахожусь в Лондоне, опять по работе, но сегодняшний день немножко такой спокойный, и мы, наученные предыдущим опытом, решили дать друг другу время в коллектив, побыть наедине самими собой, либо в другой компании. И мы сейчас зашли перекусить, потому что я с утра ничего толком не ела, потому что я не ем перед перелетом, потому что у меня животик болит. Внудренную, или как это назвать? Раммерную? Раменная. И как она называется? Мы как-нибудь... Канада-я? Через К. Канада. 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 Вот. И это находится... где-то... Около Тоттенхэм-Хаут-Роуд, в центре. И... это приготовили очень быстро, в течение минут 3. И лимонадик очень вкусненький. Вот, это тот рамен, который я первый раз в жизни попробовала, он здесь, и... Дрин говорит, что это действительно хороший рамен, чтобы начать. И если вам будет интересно узнать, где это место находится, если я правильно понимаю, это Google. Это Google. Это офисы Google. Это офисы Google, в общем, собственно говоря, напротив. 4 этажа веселья. Скорее безумие. Домой, и, казалось бы, еду в метро. Что меня может удивить в метро? Оказывается, я еще не столь искушенный зритель. И мы заходим, и сразу понимаю, что какой-то мужчина играет на гитаре и поет. Плохо. Но это полбеды. Ну, попоет, значит, уйдет. Ну, как бы, заплатит, ну, понятно, как бы. Вроде на бис никто не просил. Было мало таких отчаянных душ здесь. Я говорю, Дринку, пошли в другой конец. Делаем 3 шага. А не, я говорю, воняет. Он говорит, ну пошли в другой конец, идем в другой конец. Я говорю, я, кажется, поняла, откуда воняет. Просто спит бомж. Очень вонючий, рядом стоит женщинка, леди такая, прикрывшая носика такая. Ну ладно, пошли обратно к музыканту. А потом мы сели, музыкант начал приближаться. И чем ближе он был, тем хуже он пел. Но бомж потом проснулся и пришел к нам, потому что место их встречи оказалось вот прямо около нас. Поэтому мне нравится жить в Риге. Первое утро в Лондоне, потому что подымарк в постели, а не харизматичный мужчина, значит, я приехала сюда по работе. Харизматичный. Да, мы сейчас подбираем подарки прессе. Я вот тоже, видите, очень активно подбираю. А еще мы открыли окно, которое, как оказалось, открывать было нельзя, и мы не можем его закрыть, но бывает. Можно, кстати, позвонить на ресепшн. А можно будет просто пройти мимо и сказать, что ребята, тут такое дело, что упс. Будет больше 2 человек, они говорили. Мне нужно для этого открыть, наверное, компьютер и поговорить с ним. Но сегодня, допустим, сегодня везде будет по 1 человеку. Ну, чтобы хотя бы сегодня... Сегодня вроде бы по 1, да, но я сейчас проверю. Не, ну если что, я дам запасной. Угу. Раз, 2. Рабочий? Вначале рабочий, потом мой. Да? Общество. Уже 2-й день в Лондоне, и наконец начинается то, для чего мы сюда приехали. Встреча с прессой.
И мы немножко волнуемся. Я на самом деле не так сильно волнуюсь, как Оля, которая стоит за кадром. Мы опять не там. В общем, самая главная задача этого дня — найти транспорт. Этих 20 минут оказаться там, где мы должны быть. Там, где мы планировали быть вот сейчас. Но это норма. Я просто замолчала, я смотрю на расписание транспорта. И немножко не подаю виду, что что-то может пойти не так. Но все же будет хорошо. Если что, есть кэбы, если что, есть ноги, вертолет. Вот. В общем, в итоге мы взяли кэп. Ну ничего. Это же не конец света. Ну хотите пару слов сказать потом для протокола? Я надеюсь, мы успеем. Пока все. Пока все. Успеем, потом скажу еще что-нибудь. Мы уже приехали на вторую встречу. В общем, немножечко все идет не по плану, мы кое-что забыли, потом заехали обратно в отель, забрали это. Вроде все идет хорошо, но как бы мы волнуемся, на самом деле. Я ранее говорила, что не волнуюсь, но есть такое легкое волнение. Сейчас мы приехали в Лондон-Сити, вы просто посмотрите на эту красоту. И я, по-моему, я только сейчас поняла, что это серьезно, то, что мы делаем. В общем, ждем представителей прессы, которые к нам подойдут, с нами поговорят. Боже, как я люблю вот такие вот стены. Как сделать так, чтобы они были везде, куда бы я ни шла. Мы вот, как можно заметить, очень много чего выложили все карты на стол. Но сейчас мы понимаем то, что мы учимся в процессе, вот реально в процессе, потому что первая встреча была одной, сейчас она была вообще какой-то, ну, по-другому сейчас, не так ли? Да. Я даже тяжело понять, на самом деле, ну, будем откровенными, ну, как люди реагируют на бренды, или это как-то в Европе? Ну, тут вообще очень сумбурно получилось. Да. Мы сидим практически в лобби. В лобби, да. Не лобби, а как это правильно назвать, это не гостиница, холл. Да, на ресепшене, короче, мы сидим. Да, и как-то стулья двигать нельзя, туда нельзя. Пришло два человека вместо одного, или два должно было прийти. Нет, вроде бы договаривались. Ну, в общем, все равно это так. В общем, да, мы вот все в процессе, здесь очень красиво. И мы немножко... Мысли мешаются, очень сильно мешаются. Но мы стараемся хотя бы не размешать весь наш товар. В общем, начинается то, ради чего мы на самом деле приехали сюда в Лондон. Мы организовали, скажем так, Instagram influencer event с блогерами, которые находятся в Лондоне. И я немножечко волнуюсь, потому что чего бы и не поволноваться. Я сама никогда не была в таких мероприятиях. А тут как бы я по другую сторону всего этого нахожусь. И это такая очень забавная роль меня. Как бы смотреть, как это с другой стороны происходит. Но надеюсь, все пройдет хорошо. Мы очень красиво тут все оформили. Даже есть тыквочки золотые. Как бы, извините меня, золотые тыквочки, они как бы... Они должны немножко сгладить углы своими формами и своей позолотой. И будем презентовать сегодня нашу рождественскую коллекцию. So stay tuned, как говорится. Или не говорится. Там
должна быть видно. На самом деле, я думаю, что я вам уже расскажу, как все прошло, когда я приеду или в Ригу, или останусь в достаточно спокойном положении, чтобы я смогла уже, знаете, пережить это, разложить по полочкам, самоцензурнуться, и тогда уже я вам расскажу, как это прошло. Но я думаю, все пройдет хорошо, потому что, а почему нет? Как я и сказала, у нас на столе золотые тыквочки. Сейчас по району Белгравия. Я была здесь первый раз пару лет назад, и я очень Кстати, точно, я же в Лондоне снимала свой первый влог, не считая калининградского, но в Лондоне я снимала влог и пришла к выводу, что я хочу заниматься YouTube. И мне нужно проверить, куда я иду. Сейчас, и в общем, и именно эта улица, она мне очень нравилась, и я помню, что я ее никак не сняла. Я не знаю, мне туда, наверное. Знаете, в момент, когда пытаетесь понять, куда идти? Ладно, пойду туда. И, в общем, при всем моем капризном состоянии в Лондоне, я сейчас чувствую, что... Блин, ну вот когда вот здесь мало людей, Лондон меня не бесит. В общем, моя проблема в том, что я не люблю людей, походу. Просто конкретно в этом. И я опять не поняла, куда мне идти, в общем, так всегда. И, в общем, да, прошел у нас блогерский ивент. И со стороны пиарщика, конечно, это все странно понимать, куда я, блядь, иду. А, как пиарщик, конечно же, это достаточно забавно смотреть на то, что ты приглашаешь блогеров, потому что все-таки, ну, я понимаю подноготную блогерскую, и смотреть на это с другой стороны, я как-то, у меня какой-то другой уровень ответственности за это все появляется, потому что, ну, блин, я действительно понимаю, я стараюсь, но потом, когда что-то не получается, мне кажется, я не понимаю, и, в общем, это такой, знаете, получается тотальный overthinking, и я очень, на самом деле, довольна тем, как прошел наш ивент. Мы все остались очень довольны, блогеры сказали, что тоже очень круто, но, возможно, они просто, как настоящие европейцы, подлизываются. Поэтому время покажет. А сейчас я хочу ускорить шаг, чтобы быстрее добраться до отеля и еще успеть навстречу. Это же Лондон, все-таки не все так быстро. Ты попала ко мне во влог. Здравствуйте, подписчики. Наверное, ничего не слышно, но она сказала здравствуйте. Шумно. Подписчики. Подписчики. Вот, это мой number one fan. На самом деле, я надеюсь, что нет, потому что мы... Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Нет, одна из number one fans. Ну, одна из, конечно. Мой number one fan смотрит на меня каждый день в зеркале. Так, пока есть возможность, я прорекламирую прекрасный бренд, который я буду носить, когда накоплю деньги на кольцо. Но мы сегодня пропили половину стоимости этого кольца, потому что... 15 фунтов за два бокала. Это что такое просто? Это почти 17 евро. Это Саус Кенсингтон. Вот это район. Это такой типа район Саус Кенсингтон, ну, типа, Челси. Да, где бухачи. Бухачи. Вот и мы дорого-богато. Да, дорого-богато. Вот и мы попили. Прикоснулись. Чуть-чуть вообразили, что мы такие, заплатили, но поняли, что нам это не нравится. А теперь по метро, по автобусам домой. И спать. Да, завтра я уже улетаю. Back to reality. Вот так обычно я выгляжу с другими людьми. С румянцем? Нет, в смысле, 1.83 против. А может быть, я нагибаюсь на коленку. Сейчас, о! Вроде почти. Нет. Мне кажется, в один момент я села, а ты стояла, и не было большой разницы. Но это хорошо. Нет, что... но я метр с кепкой, а ты... Метр с кепкой и еще одной кепкой. Трехъярусный. Да. В общем... Ну, я не знаю, вот. Мы да все хорошо, все здорово, все живы. Да. Мы под шофе. Идем по дороге. Но сильно под шофе не получилось, потому что тут дорого. Дорого, но ничего. Но богато. Все, пока. Пока.
Говорю Алине, посмотри, там Париж. Она такая, я не увижу. Но там реально чуть-чуть на Париж похоже. Как будто бы я сейчас смотрю в сторону, не знаю, Монпарнаса. Но там такой не до Монпарнас. Но вот это как-то чуть-чуть такой, ну, фига себе Париж. Я там понимаю, нет, Лондон. Вот такая вот странная история. Париж? Какой Париж?